Посмотрите, к кому в гости мы приехали. Лилиан и Даниэль. И сегодня у нас день мамы. И поэтому, какой красивый стол мы накрыли. Цветы, подарки. Что у нас здесь? И помидоры, и фисташки. И Даниэль хвастается подарками, которыми мы подарили. Бабинто ле фет де пер. Я говорю, скоро уже. Сейчас аперитив будем накрывать. И ждем брата. Александра с его подругой. И семейный у нас будет обед, как всегда, в честь мам. Всех нас. Поздравляю всех мамочек. У вас уже прошел День Матери, напишите в комментариях. Но сегодня у вас Троица, и поэтому всех с Великой Троицей. Всем добра, счастья и всего самого хорошего. Даниэль у нас красивая. Давай. Бронзеры de cours, le car, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais, c'est Michel Papi. Tombe. Влад рассказывал. Ça, pour que vous marchiez à pied. Papi, как он ходил в колледж, я потом вам расскажу. Три дня он будет всего ходить в колледж. Вино у нас красное. Каркасон. Всем привет, кто живет в Каркасоне. Приезжал кто-то из друзей, привозил вино. Смотрите, какая красота. Я сейчас... Я сейчас задам ваш вопрос Лильяну. Правда ли, что нужно вытаскивать зернышки из помидора, или что он просто посмеялся? Папи, c'est vrai ou vous êtes rigolé? Non, c'est vrai. C'est vrai? Он говорит, это правда. Le pépin de tomate, зернышки помидора, il commence à germer. В желудке начинают прорастать и идут в кишечник, потом прорастают. Mais vous avez eu cette information? Par qui? Je le sais parce que je l'ai lu sur des livres sérieux, c'est tout. А он говорит, я знаю, потому что я это прочитал в очень серьезной книге. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. C'est quoi, говорит, si tu mangerais les noyaux de pastèque, c'est pareil? А, les noyaux? Пастейка или пепинусе. Он говорит, то же самое, если бы вы ели зернышки из арбуза, семечки. Говорит, то же самое, вы же не едите их. Почему вы едите зернышки из помидора? Он говорит, вы же не едите зернышки из... Дыни. Et il émet des enzymes, des acides. Et ces acides commencent à faire fermenter. Он сейчас вам биологию, физиологию расскажет, что в кишечнике уже... в желудке сок, и, который, ну, кратко сказать, помогает прорастать этим зернышкам. Поэтому так. Вот так. Мерси, папи. Он объясняет, что это ничего страшного, если вы съедите. Ну, лучше, особенно у кого... Абе, мой сидр силя. Папи, или ли сидр? Дю сидр. Ага. И он говорит, вы можете есть, если вам ничего... Ой. Мы все говорим. Он сказал, это ничего страшного, но лучше, у кого проблемы, вздутие и все такое, попробуйте убрать зернышки из помидор. Все. А у нас уже Стефан пришел. Салю, Стефан. Он там аперитив накрывает. Потом поздравимся. И Магали. И хлебушек. Il n'y a pas les gâteaux? Oui, non, mais je ne t'avais pas dit. Il fallait aller le mardi. Ah oui. Moi, je suis arrivée le jeudi. Daniel, tu te racontes avec quoi? Et pirogène, on va manger. Et on peut vous faire tout ce qu'on a là. Donc, il n'y a pas à faire des rassemblements. Et en principe, il y aurait plus de violence intrafamiliale, tu vois. Et en fait, on a eu que 4 chez Lubol. Même s'il y aura des couples qui vont se taper sur la gueule et tout, ça va être clair, quoi. Et finalement, les quatre qu'on a eu, c'était des gens qu'on connaissait déjà. Ah non, Magali. Papi, распределяет,
кто где. Il y en a deux, trois, сидеть. Hein? Oh, je sais pas. Peut-être quelqu'un. C'est une pour une pauvre. C'est pour personne. Pourquoi? Il y en a une deux, chaise. Trois. C'est pour personne. On est 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Avec Alex, on est 5. Et Stéphane et Magali, on est 7. Et Vlad, 8, non? Ah oui, nous, nous on est 5. Ah oui, on est 5. Oui. Et vous, on est 5. Ah, 7, c'est ça, oui, il y en a 7 de 5. Il y en a 7 de trop. Allez, d'accord. Ouvert, on lève le couvert du milieu, là. Voilà. Ah ben, il y en a, les mains, il faut se mettre. Oui, parce que... Et le rosé rouillé. Je vais le chercher, là. J'étais parti pour y aller. Tu peux le téléphone, s'il te plaît. Parce qu'après, il passe pas. У нас сегодня утка. Даниэль готовила с Лилианом. И здесь у нас пойли. Это... Так, по-русски это различные овощи, картофель и немного бекона. Все на сковороде. Ну, что-то похоже на нашу жареную картошку, только добавляют овощи и бекон. Вот. Presque 12 euros le kilo, dit. À grand frais. Ouais, mais viennent, c'est celle du Maroc, ça. Ils arrachent les racines. Ouais. Comme ça, vous allez comprendre de suite que... Non, ça va, Denis. Ah, mais c'est bon, je vais... Et maintenant, non. Je viens depuis un mois, mais c'est bon, je vais le ramasser. Je vais un peu avec, mais si vous venez sur le secteur... Ils arrachent tout. Moi, je coupe que le rhum. Donc, tu vois, moi, je vais faire avec elle. C'est de thym ou romarin? Et là, il y a, on a, а, папе раньше собирал тимьян, ходила. Теперь во Провансе, ну и вообще во Франции тимьян и розмарин стали защищены. Ну, нельзя их собирать. Защищенные государством. И он говорит, потому что люди не умеют собирать. Они вырывают с корнями, а я их всегда ходил с ножницами, обрезал. И первые мои видео я вам показывала. Баночку и там сухой розмарин и тмин. Вуаля. Maintenant, on ne peut pas aller à l'heure. Mais non, d'après ce que j'ai compris, on ne peut plus le ramasser. On dit, c'est bon, je ne peux pas, je suis frustré. Il faudrait que je me renseigne bien, mais à qui? Ils ont refusé de donner une identité à mes collègues. Alex, je ne sais pas. Il dit, peut-être que son fils sait qu'il ne peut pas le ramasser. Et vous avez dit quel oiseau protéger? Elle est chouette, hein? Ah, chouette, les hiboux, кукушка, la chouette est fraîche, celle qui est toute blanche. Белая кукушка. Les aigles, les buses. Les aigles, забыл перевод на русском языке. Les aigles et les buses, c'est presque ressemblant. Mais la buse est plus petite que l'aigle. Не коршун это, ну забыла, похоже. C'est protégé. Много очень птиц, которые защищены в Красной книге. А oui? Vous savez pas combien? Si tu, non, si tu, peut-être que ça te font payer 300 ou 400 000 euros. 1000? Ouais. 300 или 400 тысяч евро, говорит, если поймаешь. Petite. Ah, voilà. Parce que Nancy Gardine qui a embauché, c'est... Le président de la chasse, il y a 10 ans, moi, je discutais avec en arrière, du département, devant le, de Martigues, ils ont une les société de chasse, dans la campagne, avec la maison, ils font le barbecue, ils font le bar, ils mangent, ils discutent entre eux. Et bien lui, un matin, il est arrivé, il a vu un héros. Parce que les mecs sont passés par le chemin. Non, c'est quoi? C'est un peu comme la cigogne, c'est un long bec. Ah oui, oui, oui. C'est gris. Как лебедь, но серый лебедь такой. C'est gros, les caméras. Et bien, il a pris le fusil, il a tué le héros. Oh là. 150 000 euros. 150? Ça fait 10 ans, il est toujours en procès. Ah ouais. Et il a été destitué de la société de chasse. Ah, была ассоциация охотников, они там устроили праздник, и вот один из них увидел серого лебедя, Эйрон называется, не знаю, ну что-то из рода лебедей, и он его убил. И его арестовали, то есть ему приписали штраф 150 тысяч евро, а до сих пор идет процесс, и 25 лет, на 25 лет у него забрали права на охоту.
Поэтому так. C'est qui? Макс. А, Макс Венюш. Он обожает Лилиана. Это его муж. Приходит его проверять, как Лилиан себя чувствует. Подарки тут. Смотрите, какая красивая свеча. Даниэль на день мамы. У нас тоже подарки. Свечи. У меня с жасмином. Потом вам покажу. И много всяких подарков. Магали, Стефан. И все болтают. И папе пьет розовое вино. Тарелка сыра. У нас сегодня эмманталь. Большой бри. Это ракфор. Амбер. С орехами. И... И посмотрите, какие красивые пироги у нас сегодня. Даниэль заказала. Это Bon Fête Mama с праздником всех мамочек. Просто красота. И второй тоже с лимоном, цитрон. Bon Fête Mama. Тоже очень красивый. И различное мороженое. Сейчас мы будем делать тарелочки. Все уже смеются. Ой, папиль пошел куда-то. Искать что-то. Я хотел acheter un téléphone avec la vitre cassée. Bien sûr. Le problème cassé qui garde jusqu'à 18 heures minimum. Si après 18 heures, c'est un jour où il va se travailler ou que ça ne se sera dépassé. Il faut quoi, c'est quoi l'Apple maintenant, non? C'est ça? Le quoi? Le S10. После плотного вкусного обеда праздничного мы решили, как всегда, прогуляться. Звали всех с нами. Никто не захотел. Все решили посидеть на диванчике. Ну а семейство Дюмонов решило, как всегда, прогуляться. Поэтому мы любим двигаться. Нужно двигаться. У, теплота. Эй, фэшо, шири. Мои спортивные мальчишки, даже Влад сказал, пойду с вами. Мы говорим, ну пошли. Поэтому утром было прохладно, сегодня вообще передавали грозу, что будет очень такой пасмурный, дождливый день. Но мы не расстроились, и вышло солнышко. Поэтому... А, это что-то строит. Все прекрасно.